Так. Здравствуйте, Валерий Костович. Фото абрикоса Серафим. Это ведро для друзей на варенье. Знаете, кто это пишет? Это Макар Алексей Иванович. Почему я на нем зациклился? Я говорю, это новый лидер. Как хотите, понимаете. По нему плачет за это самое заседание на расширенном заседании Академии наук. Я знаю, что он там никогда не будет. Ну тут уж не 1%, как я говорил. Ну, 0,001%. А все равно хочется. Ой, как хочется. Наш друг. Так случилось. Это игра в демократию. Если ты меня смотришь, это самое, Николай Георгиевич Сергеев. Вот тот самый. Вот тот самый. Вот. Сейчас даже не поленюсь, вернусь. Вот народ должен дать своих героев. Вот этот человек, организатор многих событий, он же слет проводил. Он меня туда выманил, чуть ли не это, хитростью. И я там был главной звездой. 18 часов, 8 часов лекции читал я. Вот. Хотя было еще десяток этих докладчиков. Это ему спасибо. Появились диски, а диски теперь вы можете видеть и повторять за мной. Это, так сказать, я был в ударе. Но я ему присваиваю звание, почему лучший организатор, потому что он создал съезд садоводов России, включая Украину, Белоруссию, Казахстан, кого там еще приглашал. И вот все эти люди, а пригласили нас, Боднаров, я не поехал. Боднар поехал. И Боднара, садовода-любителя, посадили в президиум. Когда он прочитал лекцию про черешню в Сибири, ему все аплодировали. А потом тишина. Помните, как кино? А вокруг мертвые. Деревья мертвые, скосы. Ну, то есть, поняли, да? А вокруг деревья мертвые стоят. Вот. Вот это вот он и есть такой, да? Наш этот товарищ. Вот. Почему я это говорю, вы уже сами догадались. И вот получается, что когда-то... Нет, давайте сейчас... Давайте по порядку. Вот. Сейчас по порядку. И вот получается, что Макаров продолжает совершать чудеса. Достоин он того, чтобы поучить даже ученых, или нет? Средний вес 60-70 грамм, а максимальный был 77 грамм. Спасибо вам за это чудо. Ну, Серафиму я ему послал. Я написал возврат в Эдем. Почему в Эдем? Потому что моя версия, что в них скрыты райские качества. Ведь я-то начинал с 20-граммовых серафимов. Я довел до 40-50 грамм. Вот, смотрите сюда. Откуда это взялось? Это атавизм. Мы ему условия создали. Посмотрите, он создал условия. Ну. Ну, а так у нас человек, это такой Йорнси, привет, Тимирязевке. Он специально это самое, язык ломал. Тимирязевке. Я искал там абрикосы, я нашел свою фотографию. На сайте Тимирязевской академии я нашел свою фотографию. Вот.